Так, господа, всем привет. Снова загрузочка в Москве. Загрузочка у нас на Курскую область, поселок Железнодорожный. Гружусь я в Москве. Это у нас станция на Ярославском шоссе, прям недалеко от МКАДа. Вот эти ворота сейчас откроются, оттуда выйдет машина, и я заеду. Вот. Получается, выходные. На прошлой неделе я выгрузился опять в Перово на станции. Лосиноостровская станция. Все, ребят, я вспомнил. Вот. И выгрузился, и выходные провел, получается, с Офрина на стоянке. Там же солярочку взял нормально. Вот. Там меня уже все знают, поэтому немного позанимался с машиной. Починил там, разобрал фару, у меня отражатель болтался, все сделал, все нормально, поэтому еду сегодня, выезжаю в Курскую область. Это будет кругорейс, опять же, с колесами парами. Вот. И, наверное, в среду приеду обратно, там посмотрим, куда я буду грузиться. Короче, будет видно, либо еще один будет кругорейс, либо уже буду грузиться куда-нибудь дальше. Так что, смотрите. Не пропускайте видео. А у меня, видите, вон там компьютер грузит уже видос. Так что все круто, ребята. Сейчас будем грузиться вот этими колесами. Сейчас. Подождите, темп надо минут 5, из того вон это. Он же замерз. Вот так загрузили меня, ребята. Смотрите. Нормально, в принципе, меня загрузили из колес. Вот так я их утянул. Еще букс прибью под зад. И все, будет чики-пуки. Все. Зачехляемся. Ребята, уже 15 минут 11-го. Сейчас открывается нам. В принципе, я выехать и так мог, но я выехать мог просто по шоссе. А сейчас я могу спокойно выехать по МКАДу поехать. Что мне необходимо сейчас, проще ехать по МКАДу и спокойно уже уйти на М2. Сейчас у нас Ярославский проспект. Или как это объяснить? Ярославское шоссе сейчас еду. И поэтому как бы спокойно буду выезжать на МКАД, по МКАДу и на М2, как обычно. Кроме договаривались. Едешь, не? Давай, выходи, я поворачиваю. Слева наверните направо, а затем через 200 метров держитесь левее. Одиночка принимай. Держитесь левее, мост. Пажу, ребята, на Варшавское шоссе. Держитесь левее. Лихие, все обгоняют меня, мне так плетусь тут медленно. С МКАДа ухожу на Подольск, на Калужскую, на М2.
сейчас по ней будут идти, идти, идти. Блин, ну и дорога убитая все. Мы как в Америке, блядь, осмотрелись, так, нахуй. Дорога убитая, просто жесть. Через 500 метров после моста держитесь левее. Проснулся, ребята, в Тульской области. На улице мороз, минус 20 показывает, еще не предел, может даже и больше. Выспался и еду дальше. 250 километров мне осталось до выгрузки до города Железногорск. Думал, будет потепление. Вчера минус 25 ночью я ехал. Потепление так и не произошло. Но, короче, будем надеяться на лучшее, что может сегодня днем потеплеет. Я хотя бы буду ехать в комфорте. А так прохладно пока в кабине на самом деле. Пока еще автономка работает нормально. Вот. Автономка выключится, не знаю, прохладно будет. Ну, не тот комфорт, ребят, сами понимаете. Так, ребят, приехал я в Железногорск. О, какой, видите, Белазик. Красавчик Белазик, Михайловский ГОК. Короче, надо искать этот адрес. Я не знаю, где его искать. Но будем искать здесь где-то. Так, сейчас поедем куда-нибудь, будем искать. Что искать, сам не знаю. Станцию надо нам найти. Поэтому хрен его знает. Поверните налево, а затем через 100 метров поверните направо. Оп, ну и дорожка здесь пошла не очень уже. Так, направо. Налево, направо. Надеюсь, найдем. Наверное. А может и не найдем. Ребята, какой черт меня сюда несет, я сам не знаю. Google карты говорят ехать сюда, но черт несет меня, фиг поймешь. Дорога никакая, блин. Вообще капец, еду просто 15 километров в час. И дико хочу есть. Потому что я с утра еще ничего не ел, а время уже обед. Сейчас приеду, у них будет обед. И я не пообедаю. Ах, блин, вон там хороший асфальт справа, вон газелька откуда выехала. Можно было там ехать, а черт меня, говорю же, понес по вот этой вот убитой нахрен дороге, блин. Где, наверное, белазы только ездят. А Железногорск, ребята, это у нас город в Курской области, в котором добывают руду железную. Здесь ГОК есть. И вот они тут добывают, я так понимаю, и поездами ее везут. Наверное, как-то так. В общем, город железных... Город железной руды. Короче, ребят, приехал я вагон на железнодорожный этот вагонный завод. И надо идти оформлять документы, у них обед. Короче, я обедаю, а потом пойду нафиг. Короче, вот так вот. Вот так вот, ребята, я вчера все это дело перевязывал. Видите, перетягивал. Потому что мне что-то не понравилось, как они стояли. Слишком было близкое расстояние к передку. Поэтому я тут все утянул. В принципе, ехало все нормально. Вот, поэтому сейчас меня выгрузят. Сказали, загрузят 5 колес и 2 буксы какие-то. Буксы это, наверное, без колес оси. Короче, ладно, посмотрим. Все увидите. Я расчехляться. Все увидите. Все, ребята, так вот загрузили нас. 5 пар
колес. Я их вот так вот стянул, тянул. И два каких-то автомата. Вот. Вот так вот все это выглядит. Все. За документами и обратно. Еду сейчас по Орловской области. Скоро у нас будет Тульская область. И потом Москва. Опять еду я туда же на Лосино-Островскую станцию, что по Ярославскому шоссе находится. Сегодня ночью, думаю, я уже там буду. До места мне осталось 390 километров. Скоро буду на месте. Сейчас встречусь еще с подписчиком. Получается, подписчик у нас Алексей, товарищ знакомый. На Мане ездит, а тоже на одиночке. Увидите его. Кто-то его даже, может быть, и узнает. Ждет он меня чуть впереди, получается. Я сейчас доеду. Надо будет найти банкомат. Потом надо будет заехать на заправку. Ну и покатим, думаю, все вместе. Ему тоже в Москву. Я в Москву. Будем заезжать на заправочку. У нас уже в количестве 3 манов едем. Знакомый на той же мане Лёхин знакомый. Лёха. Ну и я. Сейчас тут где-то есть душ, они говорят. Сейчас мы туда и поедем. Приехали уже. Пойду мыться. Вставай за мной, наверное, или смотри там, как там удобнее. Ну, за тобой встану. Там справа еще 2 машины стоят. Да. Ну, наверное. 2 мана красавца и один грязный ман. Сейчас там занято. Давай, включай свет, сейчас обзор забили. Но. Обзор бана забил. Да. Звезда Ютуба. Конечно. Че, у тебя посвежее выглядит, да? Че? Ман. Или они годом, какие они? Этот 8-го. А у тебя? 6-го. Не, ну у тебя... Здесь реклама, смотри, да, такая, ну, полустертая. То же самое у меня. А, у тебя такая же? Да. Я ее не показываю. А, так ну ее вообще почти не видно, а там более виднее. Ну, только у меня что будет, видишь, Миша. Это диски стоят.
Фара новая. Туманка новая. Уже колпаки красные. На него. Крылья ему надо выкрашивать. Они сильно светлые сделали. Нет, по темне оно красивее. Ну да. В белый цвет. Не-не-не-не-не. Вот, что ты. Нет, но... Красный полностью. Слушай, а я видел их красные полностью. Мне не понравилось. Не, красный будет некрасиво. Вот такой, ребята, душ в Тульской области. Наследил я, конечно, чуть-чуть. Вот так вот работает он. Вода была горячая. Все, я помылся. Чистый. Едем с мужиками дальше. Вот. Душ 100 рублей. Так, парни ждут. Я намытый, напаренный. Все, едем до Москвы. Так, вон они сидят, болтают о чем-то. Что ты там? Ну что, я все, я готов. Не замерз. Блин, вода горячая была, прям кипяток. Сегодня горячая была. Я прям вообще... Что, стартует? Да, время идет. Время идет. Ага. Ну я по рации крикну тогда. Пока там сейчас разложу все это, но... Все, двигаем. Ну что, Лех, трогаем? Утро, 28 февраля сегодня. Я приехал опять на Лосино-Островскую. В общем, пошел, документы хотел отдать. Сказали, что, наверное, меня не выгрузят или отправят обратно. Короче, не знаю, сейчас будут решать, а я вам позже скажу. Так, ребят, сейчас меня уже будут выгружать. Наверное, уже выгружают. Пойдем посмотрим, как это делают. Перчаточки. Вот кран.
который это делает. Короче, меня выгружают, загружать не будут. Так вот, короче. Поехали, колеса. Колесо уехало. Уехало вперед. Ну и так вот. Все остальные выгрузили. Все, короче, меня выгрузили. Все, я сложил, зачехлился. Вот. Обратно меня не грузят. Поэтому все. На этом ролик, ребят, заканчивается. Этот ролик, ребята, подошел к концу. Всем спасибо за просмотр. Обязательно, кто не подписался, подпишись на канал Ман Дальнобой 194 YouTube. Кнопочку жми. И всем удачи. Всем пока.